На американский штат Миссисипи обрушился торнадо. Погибли 23 человека, пострадали несколько десятков. Больше всего удар стихии пришелся на города Силвер-Сити и Роллинг-Форк. На кадрах видно сорванные с корнем деревья и разрушенные дома. По сообщениям местных СМИ, смерч был почти километр в диаметре и двигался со скоростью около 80 км в час. Также сильный ураган повредил линии электропередачи в Теннесси и Алабаме. Оставленные ураганом обломки заблокировали дороги. В регионах проводятся поиски пропавших без вести. Число жертв стихии может возрасти, сообщили в агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями штата.